Всем привет! Сегодня посмотрим на мясорубку от компании Endeavor под названием Sigma 45. Вот так вот выглядит ее коробка. Вот так вот выглядит мясорубка в полном сборе. Давайте я ее разберу и расскажу вам про то, как она работает. Начнем с верхнего. Здесь у нас в комплекте идет такой толкатель еды, который нужен для того, чтобы подавать нужную пищу в мясорубку. Также у нас здесь находится такой поддон, которым нужно, чтобы сюда можно класть мясо, которое может там лежать, пока вы не сунете его в мясорубку, чтобы не до конца заполнить ее. Чтобы снять сам ресивер и сам механизм, нужно нажать эту кнопку и повернуть по часовой спирке на 45 градусов. После чего она просто вынимается. Давайте отложим блок подальше, расскажу вам две вещи. У нее довольно стандартная, собственно, сборка. Она состоит из нескольких базовых деталей, и для этого нам еще понадобятся вот эти вот маленькие детали. По них я расскажу чуть попозже. Начнем с того, что нужно отвернуть эту гайку. И под ней будет находиться вот такая вот сеточка. Есть сеточка на 5 мм, а есть сеточка на 7 мм. Они нужны для более мелко нарубленного мяса и для более крупно нарубленного мяса, как вам удобнее и приятнее. Дальше в сборке у нас идет вот такой вот маленький прочный стальной нож. Вот так вот он выглядит. Он небольшой, но он отлично рубит мясо. Далее у нас в мясорубке идет вот данный вот металлический шнек, который служит для того, чтобы подавать мясо на нож и, собственно, продавливать его дальше по мясорубке. Вот так вот он выглядит. Ну и, собственно, оставшаяся часть, она полая и она единая, ее также можно видеть. Давайте я вам расскажу про вот эти две части, которые нам нужны для создания либо кебабов, либо для различных сосисок и колбас. Чтобы их присоединить, нам нужно собрать мясорубку обратно. И дальше уже выбирать. Если вы хотите создавать колбасы, вам нужно будет присоединить вот эту вот сеточку. После чего прислонить насадку. И до конца закрутить гайку. Но чтобы использовать насадку для кебабов, вам нужно будет поставить эти две выемки с этими двумя выемками. И после не нужно использовать сетку, главное. И после накрутить гайку. Вот так вот у нас она будет выглядеть с насадкой для кебабов. Давайте перейдем к самой мясорубке. Собственно, выглядит она вот так вот, она довольно стильная и неплохо будет выглядеть в любой кухне. Но ее главный плюс это то, что у нее есть вот такая замечательная кнопка. Здесь находится вот такая кнопка, здесь есть несколько функций, например, выключить, также включить работу. И также есть замечательная функция реверса, которая нужна на случай, если попали всякие жилы, которые нужно убрать, собственно, пролегчить ход мясорубки. Чтобы вставить металлическую часть обратно, вам нужно сопоставить вот эти вот зубчики с этими выемками. После чего повернуть 45 градусов, зажимать. Таким образом, вы собрали эту мясорубку. В целом, я считаю, что эта модель – это замечательный выбор для любого дома, так как она простая в эксплуатации, простая в использовании, ее можно легко помыть, и, следовательно, она будет замечательным выбором для всех. Это была Sigma 45 от компании Endeavor. Спасибо за просмотр.